Историю о девочке Маше Сергей Поликарпов придумал давно. Невероятные приключения главной героини нравятся юным читателям. Кстати, ребята подготовились к этой встрече и прочитали «Страну Курляндию». Книги нужны, чтобы доносить нам какие-то знания, рассказывать о чем-то. Когда мы читаем, мы познаем разные вещи там, животных разных. 17 лет Сергей Поликарпов ждал выхода в свет этой волшебной истории. Вместе с художником создавал иллюстрации. Получилась очень красочная книга, открыв которую, ребенок погружается в мир чудес и приключений. Это книга о том, как маленькая девочка на космическом корабле попала на планету Курляндия. И там пропали принцессы. Но мы с детьми посещаем городскую библиотеку уже второй год, поэтому мои дети практически все записаны сюда. Они частые гости данного заведения. Мы действительно знакомимся первый раз. Я думаю, дети останутся под большим впечатлением и надеюсь, что мы будем продолжать сохранять традиции знакомиться с молодыми авторами. Дети признались, что часто посещают библиотеку и берут книги на дом. Среди любимых произведений – «Колобок», «Буратино», «Незнайка». Теперь появилось еще одно – «Страна Курляндия». Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».